Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик. Сегодня я вам покажу, как сделать автоматическую ферму куриц в Майнкрафт. Так, давайте переведем на светлый день. Для этого, имея при себе минимум ресурсов, ну, самое главное, вам нужно железо. Для того, чтобы сделать вот такую вот воронку. Воронка такая тема, которая собирает все вещи. Так, давайте я вам покажу, как ее сделать. Крафтится она из 5 железа. Вот, по-моему, вот так как-то. Да. Ставите 5 железа вот в таком порядке, в виде воронки. И посередине ставите один сундук. Получается воронка. Вот и все. Теперь далее нам нужен еще один сундук. Нам понадобится еще сундук. Ну и остальные вещи, которые вам, ну, вода. И любые доски, там земля или камень. Но я буду использовать доски. Так, давайте приступим к строительству. Для начала определяем территорию, где вы хотите строить. И сколько вы хотите, чтобы было куриц там. К примеру, для небольшой фермы вам понадобится всего одна воронка. Вы сначала ставите сундук. Ставите вот сундук. Далее. Ставите на нее воронку, зажимая Shift, ставите воронку. Так, чтобы вот эта выпирающая тема из воронки вставилась прямо в сундук. Теперь смотрите, кто не знает, что такое воронка, вы берете, к примеру, любую вещь, кидаете вот в воронку. Сейчас я попаду. Видите, она пропала. Теперь открываем сундук, она оказывается в сундуке. Все просто, она сводит все туда. Теперь обустраиваем все. Вокруг воронки. Вот таким вот образом. В длину, считая воронку, нужно ставить 8 блоков. Раз, два, три, четыре. Так, давайте заново. Я сбился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. На 8-й блок мы делаем стену. И вперед. Застраиваем вот таким вот образом. Это будет полностью автоматическая ферма куриц. Правда, скажу, что курицы будут не в самых хороших условиях, но зато будут постоянно у вас готовые яйца, которые вы сможете прямо брать из сундука. Сундук можно уже расширять, к примеру, делать уже большой. Теперь мы должны поставить вот здесь лестницу. Вот видите, вот там, где находится воронка и сундук, нужно поставить лестницу, чтобы туда, как бы, ну вот, имеется в виду, вот так надо поставить все. И вот здесь поставить лестницу, чтобы сундук мог открываться. Если поставить вот здесь какой-нибудь предмет, чтобы курицы отсюда не сбегали. Так, давайте поставим лестницу. Блин, что-то... Можно полублок, конечно, тоже поставить, но лучше лестницу. Она полностью все закрывает. Где-то у нас были лестницы. Вот здесь, по-моему, да? Да, вот. Ступеньки имеется в виду, лестницы, говорю. Надо поставить ступеньки. Вот так. Так. Так, ступенечки мы ставим вот так. И вот так. Теперь. Ну, в принципе, давайте не каменные ступеньки поставим, чтобы красивее было. Ставим вот дубовые. Нет, березовые, да. Нет, песчаники не хочу. Да, березовые ступенечки поставим. Потому что у нас и так все из березы. Вот так ставим. Ну и можно, конечно, его здесь закрыть все. Чтобы было все красивше. Смотрите, какая красота, да? В принципе, лучше делать, конечно, двойную, но я вам сейчас покажу, как сделать одинарную. И выставляем блоки в высоту 4 блока от земли. Ну, земля в данном случае вот этот жёлоб. То есть еще один блок в высоту. 4 блока в высоту. Это чтобы курочки наши не выпрыгнули и не убежали. Ну, в принципе, можно вот так. Ну, я предпочитаю делать повыше. Сюда тоже можно поставить. Полностью заполняем всю высоту. Ну, вам на самом деле слишком много ресурсов не понадобится. Но вот это минимальная ферма, которую можно построить. Ну, она себя окупит, уверяю вас. Это очень хорошая ферма получается. Тем более, что она почти незаметная. Единственный минус, что довольно тесная. Теперь, смотрите. Вот сюда, прежде чем залить воду, вы должны поставить лестницу. Именно лестница, чтобы выбираться отсюда, если вы сюда нечаянно свалитесь. Так, где-то у нас были лестницы. Так, вот они. Ступеньки нам уже не нужны. Вот сюда мы ставим лестницы. Давайте вот сюда поставим.
Мне вот интересно, лестницы помешают течь воде или нет? Я вот это не тестировал. Да, они мешают течь воде. Поэтому воду надо уничтожить. Поэтому мы ставим их сюда. То есть подпрыгиваем и выходим, если мы сюда свалимся. Теперь заливаем воду в самый конец. Выходим отсюда. И смотрим, вода течет прямо аккурат в нашу вороночку. Теперь, если кинуть любой предмет вот сюда, в эту воду, там вот, допустим, вот мясо накидали, она потихонечку начнет скатываться сюда, 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 сюда. И в конце концов должен попасть в наш сундук. Смотрим, в сундуке у нас 4, 5. 5 курятины стало. Наверное, все туда стекло. Отлично. Давайте вот так протестируем. Кидаем одну. Резко-резко в сундук. У нас было 5, стало 6. Отлично. Воронка работает супер. Теперь наша основная задача сделать сюда лестницы, то есть подход. Можем сделать, ну не знаю, давайте вот это будет лицевая сторона, которую, ну, никто не должен видеть, ну, которую мы должны видеть. То есть мы сюда приходим, просто забираем яйца, сундуки и все что угодно. А вот здесь пусть будут лестницы. Здесь мы делаем лестницы, через которые мы будем подниматься к нашим курочкам. Так, давайте красивые лесенки сделаем из березовых ступенек. Верстаки нам уже не нужны. Их криво. Молодец. Теперь ваша задача будет очень простая. Заманивать туда куриц с помощью этой лесенки. То есть приманиваете вот курочка, к примеру. И зовете ее сюда, чтобы она туда свалилась. Или яйца туда просто накидали, чтобы они здесь рождались и размножались. Теперь давайте заведем сюда куриц. Вот как происходит житье в нашей ферме. Все они в любом случае будут поджиматься сюда. Сюда можно нагнать очень много куриц. Кстати, вот единственная проблема, когда вы вылазите отсюда, как видите, курицы вылазят вместе с вами, вы их просто своим весом выталкиваете. Поэтому придется лестницу ставить не тут, а в другом месте. Давайте уберем. Я как-то не заметил эту тему. Видите? Если вы сюда свалились, вам нужно сделать так, чтобы курочки не вы, чтобы вы не вытолкнули куриц наверх, что вполне реально. Теперь они будут здесь нестись, рождать яйца, или если хотите их убить, то будете их убивать, и все, что с них падает, будет падать в воронку, затем будет падать в сундук, и вы будете получать свежее мясо, яйца и так далее. Вот такая вот экономная вороночка получается, просто вода, в которой плавают курочки. Единственная проблема это с тем, чтобы если вы сюда свалитесь, надо отсюда вылазить, не вытолкнув куриц. Для этого давайте вот здесь поставим, где-нибудь сбоку, чтобы здесь было мало куриц. И вы их случайным образом не вытолкнули. Вот и все. Выбираться отсюда будет сложно, если вы их сюда... Если вы их случайно... Если вы случайно туда свалитесь, вам будет сложно выбираться. Вот, сваливаем туда куриц в огромном количестве. Можем прямо здесь же их размножать. Единственное, при размножении они могут вылазить отсюда. Но это не страшно, там вылезет одна две. Теперь спокойно ждем, пока вылупятся здесь яйца. Вот такой вот простой. Можно, конечно, здесь осветить, потому что курицы лучше несутся, когда светло. Так, факел, ты чё? Не берется тут факел что-то? Давай сюда, креативка моя. А, вот он. Так, факела, факела. Где у меня факела были? В декоративных блоках был факел, точно. Отлично. Сможем поставить сюда освещение. Это будет полезно для наших курочек. И сюда поставим освещение. Сюда вообще везде можно вот так натыкать. Хоть им здесь и мокро, но зато светло. Теперь можем их покормить, чтобы они понарожали нам много цыплят. Так, ребят. Где у нас? Где семена? Так, по-моему, семена здесь. Найдем. Я забыл, где семена находятся. А, вот они, семена. Отлично. Теперь смотрите, видите, все курочки начинают сбегаться на семена, против течения плывут. Прикольно тогда. Мы можем их, блин, вот вечно сюда падаю. Можно зажатым шифтом их просто кормить. Вот так вдоль желоба проходите с семенами, зажимая правую кнопку мыши. Мы их кормим, а у них рождаются цыплята. И мы получаем еще и опыт. За каждого цыпленка там немножко опыта дается. Давай, падай внутрь. Не хочет падать. Все упало.
Как мы видим, они здесь хорошо себя чувствуют, потому что курицы любят воду, в принципе. Смотрим, может, что-нибудь перепало с них. Нет, пока еще не вылупилось ни одного яичка. Сюда можно очень много куриц напихать, честно говоря. Ну, много слишком не стоит. Лучше расширьте ферму. Вот видите, когда я двигаюсь без креативки, я выталкиваю куриц, поэтому вам нужно будет осторожным быть. И поэтому я построил очень высокие борта. В принципе, достаточно было бы и трех блоков. Я специально сделал 4, потому что можно вытолкнуть курицу случайно. И когда наверху вы их кормите, обязательно зажимайте Shift, чтобы туда не свалиться. Потому что свалиться туда легко, а выбраться сложнее. Ну, немножко геморно. В принципе, если вам достаточно куриц и вы не собираетесь их убивать, вы можете закрыть крышу. И спокойно вот в вашем доме должен быть только вот такой вот выход, в котором вы добываете яйца. Залезайте в сундук. Ну чё вы, не кудыхчите. Давайте, рожайте мне яйцо быстрее. Не хотят что-то они яичко высаживать. Но одна курица в среднем раз в 10 минут рождает яйцо. Если бы мы создали куриц в самом начале видео, то, возможно, сейчас бы мы уже получили яйца. Так, давайте день переключим. Так, ну давайте, яичко хочу. Ну, в принципе, что вам понадобится для автоматической вот такой вот фермы яиц? Вам понадобится одно железо. Ой, одно железо. 5 железа, сундук. Ну, 3 сундука. Ну, и доски. Ну, и плюс ведро воды, чтобы вот такую вот систему сделать. Ну, лестницы, факела. Ну, по мелочи, короче, ничего особенного. Ну, для кого-то, может быть, это и сложно добыть такие ресурсы, но я думаю, их очень легко добыть. Буквально за 15 минут я добуду все эти ресурсы спокойно. Ну, единственное, железо может трудновато найти. Ну, 5 железа это одно месторождение. И вы что получаете взамен? Вы получаете взамен автоматическую ферму куриц, которой вы... Вот, видите, яйцо. Одно яйцо. Есть! Давайте его разобьем. У нас получилось одно яйцо. Дождались. Херакс. Ну, с него ни хрена не вылупилось. Ну, я в креативке, так что вот. Цепоточки. Яйца вы можете использовать повторно. То есть, залазьте обратно сюда и разбивать их об бок, об бока. Чтобы здесь рождались цыплята. Но будьте осторожны. При попадании яиц в цыплят, в курицы, они подпрыгивают довольно сильно. Цыплята иногда задыхаются, когда их по краям рождаются. Вот видите, некоторые цыплята просто выпрыгивают оттуда, когда рождаются. Ну это нормально, это баги Майнкрафта, с которыми ничего не поделаешь. В принципе, вот такая вот ферма, очень прикольная. И самое главное, она экономичная, в том, что не нужно постоянно здесь ставить воронки, и вам нужна только одна воронка, которая будет... Вот, уже 7 яиц, представьте себе. Не прошло и 13 минут съемок видео, я уже собрал 7 яиц из куриц. Теперь, если вы хотите, к примеру, с них получить не только яйца, но и, не знаю, там, шкурки, говорю, блин, мясо и перья, вам придется их убивать. Для этого просто залазите сюда, нажимаете Shift и мочите подряд. Вы иногда можете замочить и цыплят, конечно, но, как говорится, жизнь жестокая штука. Вот, замочили примерно половину мы, спускаемся, смотрим. Мы получили 15 курятины, 16 пера. Все супер, все отлично. Можно радоваться жизни. Можно сделать из них стрелы, можно их похавать. Вот, в принципе, постоянно можете делать оружие. Единственное, вам нужно их постоянно кормить всякими пшеницей, семенами тыквы и так далее, чтобы они размножались. Также можно их размножать яйцами. То есть, если вы их убиваете, вам нужно воссоздать их заново. Вот и все, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Турбоежик. Автоматическую ферму яиц мы построили. Яйцефабрику практически. С помощью которой мы можем получать любые ресурсы, которые добываются из птицы. В автоматическом режиме не нужно бегать там их, что-то там заниматься ими. Просто ждем. Если хотим яйца получать, то просто ждем. Автоматически все падает в сундук. Единственное, только когда мы захотим получить перья или еду, мы должны их здесь убить и просто спуститься вниз. По воде все стечет в сундук, и все будет супер. Ладно, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Меня зовут Турбоежик, кто смотрит меня впервые. Ну и, естественно, делитесь этим видео с друзьями, дорогие подписчики. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. С вами был Турбоежик.